Hello, my friends, this is Scar из Scar 2. Мы продолжаем с вами играть. Это, блин, потрясающая гоночка, которая мне очень сильно нравится. Надеюсь, ты меня поддержишь пальцем вверх и подписочкой, если ты еще не подписан. Ладно, мы начинаем. Так, сложный режим. Отлично, наша машина вот такая вот букашка. На саранчу немножко похожа. Вот на кого-то кузнечика. Довольно-таки мило, мне кажется, смотрится. Так, ладно. Я обязательно буду следить за этой игрушкой, за обновлениями. Мне просто очень интересно. Хочу, чтобы были новые карты, новые уровни, новые машинки. Мы с вами обязательно сделаем на них обзор, летсплей. Обязательно с вами всю игрушку будем проходить. Может быть, какой-нибудь мультиплеер появится. Я надеюсь, разработчики сделают что-нибудь подобное. Было бы очень здорово, допустим, как Clash Royale, я не знаю. Вообще возможно, нет, в этой игрушке так сделать. Но было бы очень здорово, ребят, повторяюсь. Было просто колоссально круто. О, смотрите, блин, первый раз она помялась. Такого раньше не было. Смотрите, какая она покусанная. Ладно, я думаю, мы возьмем аптечку, и она снова вылечится. Но она такая покусанная еще у нас не было ни разу. Вот немножко помятая. Ничего страшного, мы продолжаем также играть. Мне нравится, когда она летает. Ух ты ж, прям в космос. Ночной. Оба. Так. Упали немножко. Под водой даже я могу ползти, ребят. Да, мы крутые. Отлично. Так, хорошо. Откроем штучки. Там ништяки у нас выпадают. Великолепно. Следующий левел. Горчица. Если горчица вас слишком много обольет, то за вами приедет большая машинка и попытается у вас съесть. Ну, я уже вам показывал, я думаю, вы знаете, уже видели. Ну, кто не видел, можете предыдущую серию посмотреть. Да, там такая злостная машина. Можете сами поиграть. Лучше, конечно, самим поиграть. Так довольно-таки интересней. Отвали от меня. Дробовик слишком не справляется с задачей. Мне нравится это насекомое. Ну реально крутое. Так. Ползи, ползи, ползи. Так. Иди дальше. Вот этот уже более сильный такой. Он постоянно ловит вас и мешает что-либо сделать. Вы даже не можете бомбу кинуть, чтобы убить, когда он вас ловит языком. Ну, выглядит она очень так шикарно. Мне нравится. Она как-то раз мне жизнь спасла. Когда я падал в яму, она меня схватила и подтянула. И я выжил. Тоже очень классно было. Классно бы, конечно, пересмотреть все и сделать нарезку лучших моментов. Думаю, было бы очень здорово. А я обязательно... Ух ты, вот он, сам дирижабль. В следующих сериях обязательно... Ну, потом сделаю, когда будет больше времени появляться. Конкретно нарезки лучших моментов. Я буду пересматривать все и самое лучшее оставлять вам. Да, мне кажется, будет круто. Вот, смотрите, поймал меня опять. Лови гранатку. Все, отлично, 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 все. И все просто сорвались. Так, откроем наши ништяки. Все собираем. Так, идем дальше. Бигфут. И снова наш таракашка ринулся в путешествие, ребят. И навряд ли его кто-нибудь остановит. Сомневайся. Того крокодильчик. Ладно. Очень круто сделано, мне нравится. То есть, когда я в деревяшке какой-нибудь, мы подсвечиваемся зеленым цветом, чтобы мы из виду не потерялись. Очень круто сделано. Оп, стоп, 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 стоп. Нет, нет, нет. Назад же можно? Не мешайтесь, не мешайтесь. Нифига себе, меня назад откинуло. Так, я хочу сундучок, кстати. Вот, отлично. Ух ты ж, лучше по низу пойдем. Так, ладно. Лови бомбу. Лови еще одну. Еще одну. Все, мы вылечились. Давайте немножко полетим. Мне нравится, он крыло открывает. И оттуда 4 таких турбины высовываются. И мы летим, как будто бы крылья. Очень круто сделано. Не знаю, что разработчики бы еще могли придумать. Но думаю, будут какие-нибудь обновления, ребят. Очень сильно жду. Вторая часть просто изумительна.
Я сразу забрался, когда узнал, что есть, оказывается, вторая часть. И просто началось просто безумие, очень много серий на моем канале. Взорвался прямо у моих ног. Отлично, 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 отлично. Победа. Так, также все открываем. Все забираем. Предлагаю в магазин уже сходить. Давненько мы с вами там не были. Так. Что-нибудь из устройства могу взять? А, ну-ка. Смотрите, как классно выглядит. Я думал, как будет этот выглядеть, этот шип? Он на носу, значит. Так, ну ладно, пускай на носу будет. А зачем мне две кнопки? Реально, зачем мне две кнопки, ребят? Так, крафт тут больше ничего пока что нельзя сделать. Так, ну ладно. Следующий уровень. 13-й. Чиверо. Будет тут, нет, интересно. Так, ладно, мы поехали вновь. Собрались и поехали. Отлично. Ух ты ж, нифига себе. Чуть не упали. Повезло нам. В космос, таракашка отправилась. Ух ты ж, нифига себе, мы подпрыгнули, как классно. Букашка, таракашка. Блин. Иди. Нет, 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 выползай, 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 выползай. Ребят, мы чуть не угодили. Нет, 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 отвались, смотрите, они все утонули, кроме меня. Обалдеть, вот это таракан. Вот это таракашка. Ну это не таракашка больше, а похоже действительно на какую-нибудь кузнечика, там, саранчу, да, какую стрекозу, на кузнечика или саранчу, ну что-то такого похоже. Так, отлично. Иди отсюда, уйди с дороги. Ух ты ж, нифига себе. Отлично, отлично, во вторую трубу. Полетели, молодцы мы. А, два подарка, конечно, хотелось бы больше. Ну ничего, ладно, ничего страшного. У нас еще один бензинчик есть. Так, так, конечно, сложный. Это обязательно. Обязательно в порядке. Потом, ребят, надо будет нам более крутую пушку купить. Чтобы я вам показал. На что она способна? И также бомбу. Бомбу мы тоже не покупали. А, блин. Ну-ка, вали отсюда. Мы поможем тебе. Так, это второй только подарок. Ползи, 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 ползи. Отлично. Ну ты на меня напрыгнул, конечно. Сейчас, если у меня обольет много-много-много раз, сейчас вам покажу, то за мной придет машинка. Все. Вот она, машинка пришла. Не-не-не-не. Прикиньте, она меня съела. Я вот про это говорил. Очень сложно. То есть надо много-много-много раз нажимать. Ну ладно. Но у меня есть вторая жизнь, благо. Вот мы появились. Нужно всего лишь поставить видео. Тан-тара-та-тан. Как она барахтается, смотрите, когда перевернулась. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Дробовичок слабый, видите, потемножку отнимает. Вот он, стреляет, видите? Прям рядом с рожками. Ну все, отлично. Оба! Не поймал меня. Ух ты, врезались. Интересный дождь. Все, мы на открыт. Ух ты, нифига себе. Нифига себе, мы завертелись. Как можно реально сильно разогнаться? Саморозочка. Вот отлично, можно лететь. Полетели, полетели, прилетели. Все блистательно просто. Великолепно. Открываем наши подарки. Собираем все. Оно нам все пригодится. Так, и следующий уровень. Еще разок. А, бесплатно, давайте бесплатно. Так, ну вот и чудо, мы появились. И снова в бой. И снова, блин.
Так, ладно, я сосредоточен. Да, отлично. Я уж не знал, что тут сделать прикольного. Ну ладно, ползем дальше. Да, мне сложно победить. Ах ты же, блин. Потому что я крутой мега-таракашка. Тебе нужны уже новые уровни. Давай уже новые уровни. Давай уже побеждать. Конечно, все уровни сейчас на этой тачке пройду на таракашке. Тачка, тачка, таракашка. Так, а где мои подарки? Блин, они сильно кусаются. Смотрите, как... Блин, я весь помятый, уже очень сильно помятый. Посмотрите на мой корпус. Все, мы вновь починились. Ух ты ж, елки-палки. Да ё-моё, где? Завертелись, завертелись, завертелись. Нифига себе. Где подарочки мои? Подарочки, где они? Еще один остался. Два собрали, еще прям на него встал. А, боюсь, что я где-то пропустил его. Где-то я его проворонил. Ну ладно, пускай два будет подарка. Отлично. Не хочу, не хочу, не хочу. Ну, в результате мы победили, ребят. Так, собираем. Собираем. Идем в магазин. Устройство какое-то можно сделать. О, крафт шокера. Неужели, ребят, мы шокер посмотрим? То есть завтра серия будет шокером. Мы наконец-таки посмотрим на шокер. Разок давайте крутанем. Ничего не выпало. Ну и можно прощаться. Я думаю, вы эти знаете, видели. Прекрасные тачки. Вот это мне прям нравится. Ну реально очень круто сделано. Смотрите, какая спортивная машинка. Вот, с вами был Дарья. Всем пока-пока.